Опять я проснулся здесь. Черт, опять мне придется сегодня изучать СЦП монстров. Ребята, всем привет, вы на канале Смайл Фредди. И сегодня, ребята, я пойду смотреть на новых СЦП монстров и посмотрим, что они из себя представляют. Перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А я, ребята, парень, ты что тут стал около унитаза? Надеюсь, мы с тобой сейчас не описываемся. Пойдем дальше. Так, а куда здесь надо теперь идти? А, вот сюда. Все вспомнил, ребята, вспомнил. Вот они, ворота. Это что? Это кто? Это... Что за... Это ужасная горка какая-то, что ли? Вон, смотри. Это что? Это СЦП-горка? Ребят, смотрите, реально. Подожди, а что у меня фонарик не светит? Алло. Фонарик светит, все. А можно на нее залезть, интересно, на эту горку, ребят? Ну-ка, давай-ка я попробую на тебя залезть. Ну-ка, дай-ка, дай. О, я залез на него. Подожди, стой. Черт, он меня уронил. Офигеть, смотри, он жрет всех. Он пытается всех сожрать. Ну, какой-то, кстати, он странный. Без звуков, без никаких, он ничего не делает. Так резко двигается, ребят, смотрите. Дай ты нам на себя залезть, покататься на себе. О-о-о, ну понятно. Тут даже не СЦП-монстр, да, ребята, самый страшный, а люди, которые над ним издеваются. Смотрите, ребят, что мы сотворили с ним просто. Ой, не понял. Я качусь куда-то. Что? Он меня сожрал? Или что, ребят? Я не понимаю. Я куда-то еду. И что? А где выход? Ребят. О! Я прокатился на этой горке. Чего? Вы что, серьезно, что ли? Я, получается, просто на ней прокатился? И увидели, да, как это выглядело, ребят? Просто жесть. Я получаю... Он меня... Ну как, не он меня съел, да? Я наверх залез и на ней прокатился. Я не помню, как она называется, ребят. СЦП-горка ужасающая. Какая это горка, ребят? Напишите в комментариях. Я просто забыл. Я помню то, что многие делали видео, потому что эта горка очень популярная. А я, ребята, забыл, как ее на самом деле... Смотри, ножки такие у него. Так, или у нее, или это как... Ой, я хочу залезть. Черт, я хочу залезть на эту горку снова. Ну, смотри, я залез и просто скатываюсь, да? Вот. Да черт. Надо, походу, к ней просто подойти. А вот она упала снова. Смотри, какой у нее рот. Вау, и какие глазища. Вот, кстати, да, вот сюда надо залезть, ребята. И я снова качусь в неизвестном направлении. Смотри, что происходит. Тихо, аккуратно. Капец, ребята, ну все. Меня снова эта горочка проглотила. Ну, как проглотила? Что, я там какие-то поинты еще получаю, ребят, за то, что... Вот, получается, она меня выплевывает, и я умираю. Ну, я зато доволен, смотрите. Жесть, ребята. Я не знал, что вот так вот эта горка работает. То есть мы на нее забираемся, скатываемся по ней, и потом только он нас как бы зубами в конце перегрызает, что ли, получается, или что? Ну, видимо, да, ребят, так и получается. Вы посмотрите, он просто стоит сейчас на месте, да, эта горка? Сейчас, подожди, он застрял, походу, в этих, смотри, в качельках. Ну ладно, давай, я покатаюсь на качельке, хотя... О, вот, я понимаю. Горка, смотри, она хочет меня сожрать. Не надо, подожди, я просто катаюсь на качельке. Ладно, придется на тебе еще разочек прокатиться, ребята. Мы с вами снова... Поехали. Да, мне нравится кататься вот на такой горке, которая потом ты приземляешься, она тебя ам, и все, перегрызает. Ну, либо же, я не знаю, меня настолько перекручивает вот в этой трубе, что я просто не могу никак потом нормально приземлиться, ребят, посмотрите. Оп, все. До свидули, но зато я довольный, смотрите, лицо какое довольное. Да, хорошо, что хоть кому-то нравится эта ужасающая горочка. Ой, очнулся я опять, ребята, в этом же месте. Ой, хорошо, что туалетик хотя бы чистый здесь. И до меня здесь никого не было, а может быть тут прибрались. Давайте пройдем и посмотрим, куда мы сейчас попали вообще. О, здорово, чуваки, вы что здесь делаете? Это что такое? Зеркало какое-то. Смотрите, что тут надо делать? Смотри, какая-то штука. Ого, это диск. И что с этим диском делать? Ого, смотрите, ребята. О, там, смотри, какая-то... Ничего себе! Мы просто через зеркало с вами
попали на какую-то песчаную базу. Пустынная база. Подожди-ка. Это кто это такие? Это что за гиганты, ребят? Я не знаю этих СЦП. Напишите в комментариях. Кто это? Офигеть. А что у него дырки вместо глаз и всего остального? О, подожди. Дайте-ка я тоже поднимусь. Я хочу поближе его рассмотреть. Жесть, ребят, смотрите. Тихо, не уходи. Эй, чувак, ну не уходи ты. Он побежал за кем-то, ребят. Или он просто уходит, он... Ему надоело с нами, смотрите, он просто ушел. А где у тебя ноги? Офигеть, смотрите. А он не атакует? Смотрите, сколько их здесь. И что с ними делать надо? Они, ребят, не атакуют, реально. Тут какие-то, смотри, домики. Что это так? Ой, чувак, тихо, ты меня так не пугай. Нифига себе, не атакуют. Он меня раздавил нафиг вообще просто. Ты чё сделал, чувак? Ребят, подожди-ка, ну-ка. И чё? Вот смотри, я беру диск снова. Ага, вот, я этим диском перемещаюсь. Я думал, они меня не тронут. Ага, конечно, ребята. Эти песчаные демоны какие-то еще как меня тронут. Подожди, а вот я могу ускоряться здесь. Хорошо, все, они меня не догонят, наверное. Нас не догонят. Будем бежать. Смотри, вон там за кем... Вон, бегают, да. Ого. Этот начал прыгать вообще. Вот здесь, что такое? Что за звуки, ребят? Давайте посмотрим. Тут какие-то звуки странные. Так, за мной не бежит никто. Вот здесь. Что это за звуки? Где-то здесь, ребят. Вот. Что здесь такое? Вот здесь, в этом здании, как будто что-то странное. Вот, как туда попасть? Ага, вот. И что? Нет, это не в здании. Ну смотри, тут чел стоит, просто спрятался в этом здании. А, возможно... О! Черт, отвали! Офигеть! Вы видели? Он меня нафиг просто леща дал. Я отлетел, не знаю как вообще. Жесть, подожди, стоп. Мне надо посмотреть диском. Вот так перемещаемся снова. Мне бы хотелось узнать предысторию вот этого СЦП, ребят. Потому что я вообще не в курсе, что это за песчаный монстр. Вот здесь, смотрите, что-то еще есть у нас, да? О, компьютер. Компьютер, можно в Roblox поиграть. Давайте Roblox лучше запустим, поиграем. Какие-то тут непонятные... Что за фигня? Опять кого-то, походу, прижали, ребят. Обалдеть. Тут, смотрите, можно спать. Прилечь поспать. Обалдеть. Слушайте, я бы хотел узнать реально предысторию этого СЦП. Если вы тоже, ребят, то обязательно пишите в комментариях, и мы с вами постараемся найти какую-нибудь историю с этим СЦП. Мне бы хотелось узнать, что это за СЦП и откуда он тут вообще взялся в какой-то непонятной пустыне. Надеюсь, ребята, мы с вами сможем найти какую-нибудь историю. Я реально очень хотел бы посмотреть на историю этих СЦП. Ну, больше вроде бы здесь на этой локации ничего нет. Они только... Ого! Чувак! Его просто располовинило, ребят. Жесть. Смотрите, здесь у нас какие-то странные штуки. Магазины какие-то. Но больше здесь я ничего не вижу, ребят. Ладно. Надеюсь. Вон, смотрите, сколько их вообще. Жесть какая-то. Они, знаете, мне напоминают атаку титанов. Ходят здесь и убивают просто всех людей без разбора. Они, конечно, не едят их, как титаны, да? А просто... И просто смотрите, ребят, от них невозможно убежать. От них невозможно убежать. Здорово, чувак! Надеюсь, ты добрый. Давайте, может быть, поприкалываемся над ним. Эй, чувак, здорово! Здорово! Не достанешь ты меня! Да, попробуй догони. Не догонишь. А, ему пофиг вообще, смотрите. Он не хочет меня трогать. А если я поближе подойду вот так? Оп-оп. Оп-оп, смотрите, ребят. Ему пофиг. Какие-то дружелюбные, а какие-то нет, ребят, смотрите. А ты дружелюбный или нет? Эй, ну ему тоже все равно, ребят, смотрите. Я могу, кстати, залезть на него. Попробовать. Тихо. Ты, главное, меня не пугай так. А то сейчас меня опрокинет снова. Не, этим все равно, ребят, смотрите. Они меня не трогают. Ты же не трогаешь меня? Нет, ребят, смотрите. Ему все равно. Я даже его подкинул, вы видели? Прикол. Но самое агрессивное, это получается в начале. Вон за кем-то еще тоже бежит.
И все, ребят, слушайте, интересные мы сегодня СЦП с вами посмотрели. Если вы хотите увидеть других СЦП, то обязательно пишите об этом в комментарии. И мы с вами посмотрим в следующем видео на другие СЦП монстров. Всем, ребят, пока-пока.